Спелеодайверы нашли тело председателя Союза дайверов Удмуртии Владимира Федорова в Воронцовских пещерах Сочи, где он пропал во время исследования пещеры 12 сентября, сообщает Интерфакс. Тело Федорова нашли на глубине 42 метра, но поднять его сразу не удалось. Сегодня специалисты по погружению в подземные озера с утра продолжили работы по извлечению тела спортсмена из воды. Напомню, в марте этого года Федоров установил рекорд, достигнув дна самой глубокой пещеры России, которая расположена под Голубым озером в Чусовском районе Пермского края. Длина же общей системы сочинских воронцовских пещер 11 720 метров. Всего в пещерном комплексе имеется 14 выходов.